Что ж, здравствуйте, друзья. Константин, поздравляю тебя. Поздравляю группу «Наркомат». Ну и постараемся соответствовать уровню. Знакомых дворов, в дребезжащих маршрутках, в вагонах метро, с каждым днем подмечаю острее и острее, что давно не видал я веселых людей. Нет, кругом скалят зубы, корежа лицо, и кудахчут, как клуши, что сносят яйцо. Словно зубы болят, и запоры у всех, и припомнилась сказка про проданный смех. Вот уж точно подметил Джеймс Крюс, старина, и разгадка банальна, проста и страшна. Разучились смеяться, чего уж скрывать. Только ржать, усываться, визжать, гоготать. Я на медь не хотел улыбнуться, не стал. Получается лишь вурдалачий оскал. Что-что-что, у тебя не такой? Хорошо, извини. Только мимо зеркал ты не глядя ходи. Продан смех без остатка по сходной цене наших мелких душонок, достойной вполне. За умение лизать господам сапоги, за промытые первым каналом мозги, за квартиры, за тачки, за выгодный брак, за духовные скрепы, за церковь-кабак, за салюты, парады, разгон облаков, что варганят за счет доходяг стариков. За убогий, унылый, бескрасочный мир, за побитый клопами и молью мундир, за стакан самогонки, за пачку дымка, за Офелий со скалками в нежных руках, за доступных Джульетт с алкогольным амбре, за задорный лихой мордобой во дворе, за законное право в подъезде нассать. Заидите все нахуй, заеб твою мать! Тихо спит смущенный коллега-поэт. Есть же в мире цветы, облака и любовь. Вот о них и пиши, а не только злословь. Есенинской строчкой в груди полыхнет. Люблю я поэтов, забавный народ. Друг любезный, послушай и оторопей. Все не так, как глаголю, гораздо страшней. Описать этот мир безо всяких прикрас не дает мне мой скудный словарный запас. Чтобы осмыслить, насколько он грязен и глуп, вот иди моя речь в квадрат. Лучше в куб. Ты очнись от мечтаний, глазенки протри, что ты видишь вокруг. Неужели цветы? Ну я рад за тебя, оптимист. А по мне, где куда ни вступи, по колено в дерьме. Словно черви в навозе и гнили живем. Лишь безумные верят в блаженстве своем, в радость, свет и любовь. И что каждый их вздох бережет и хранит добрый дедушка Бог. Но момент неизбежный, похоже, настал. Всемогущий творец от людей подустал. Отвернулся, вздохнул и рукою махнул. Я пойду подремлю, подмени Вельзевул. И открыв у мамоны бессрочный кредит, демон сей с любопытством за нами следит. Запуская в бумажник свою пятерню, чистый искренний смех он скупил на корню. Винегрет ядовитой заменой готов. Из эстрадных паяцев, фигляров, шутов. Их похабные шутки простыли давно. Не смешно, не смешно, не смешно, не смешно, не смешно, не смешно! Ай,
Барыга рогатый, я тот кошелек, кроме смеха, товара навалом еще. Разум, совесть, свободу, мешающий хлам. Я упал дешевле, а там. Спасибо. Света нет, сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак, и зажжет белил, не отличить никак. Нет правды на земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экранов гнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль, суть этики всегда условностей вуаль. Запретов череда, сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод внушение. Любви, химическая блажь, лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла, придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Котлов, ни бога, ни чертей, чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты, и ты, как в гипсе, в нем. Огромное спасибо. Район самый лучший район, только спальным зовется зря. Я люблю свой панельный дом, слышу все, что вокруг творят. Вечер. 21:00. В хате снизу хуярит дрель. Там ремонт 5-й год идет, словно в Кремль долбят тоннель. Только я вознамерился спать,
у подъезда залаял пес. Эй, хозяин, тебя гулять на ночь глядя, кой хер понес? От шоссе постоянный шум, прогудел вдали товарняк, и в подъезде шурум-бурум забивает косяк, молодняк. На стоянке завыл БМВ, с магнитолой простился он. А, во, спасибо мэру Москвы, что возвел под окном стадион. Мой сосед третий месяц пьет, на работе схватил статью, бьет жену, на весь дом орет, его голос я узнаю. Проститутка, шалава, мразь, вся в мамашу, та тоже тварь, ты куда это собралась? От тебя подальше, дикарь! Дальше грохот и резкий вскрик, стулом что ли в нее швырнул. И спустил обезьяны рык, и централ в сотый раз затянул. А после слышу, его жена завизжала, что было сил. Ну, ёб вашу мать, вы заткнетесь уже или нет? А потом чудеса. О, тишина. Может, он ее удавил? Хорошо бы, прости, Христос, ее в ящик, его в тюрьму, чтобы их дьявол обоих унес. Хоть десяток лет отдохну. Все же сглазил. Пошло опять. Алкоголь и говна кусок. Ты сосала у Петьки, блядь! Содержательный диалог. Телевизор тревожно бубнит на 15-м этаже, а за стенкой дитё вопит. Хоть его-то заткните уже. До психоза доводит гул, словно в улье, не дать не взять. Я бы уши ватой заткнул, да будильник нельзя проспать. И светлеет чернильная мгла, затрезвонил проклятый в пять. Вот еще одна ночь прошла. С добрым утром, твою-то мать! Спасибо. Ну и следующий стих, вытекающий из предыдущего. Вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил, бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря, поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах,
со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, да и то при особо удачном раскладе. Плодитесь! Плодитесь! Ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты! Куда? Для чего? Да какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся! Будь в курсе! Сиди в соцсетях! Достигни успеха! Будь вечно на связи! В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови, психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит. Тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. Ну и как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободной. Вот лифт зажужжал. Долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь, коллегам, охранникам и секретуткам. Слетелись менты, МЧС и ОМОН, закрыли для выхода двери и окна, прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний патрон он в патронник дослал, и черное дуло упер в подбородок. Пятнадцать убитых и раненых пять. Итог этой будничной офисной бойни. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней. Спасибо. Разбавляю темпа. Нашего искусства сгорают платы в диктофонах и шнуры. Суетой озабочен, город прячется в тень. В горбольнице рабочий завершается день. Молкнут серые стены. Незаметный медбрат, заступая на смену, он надевает халат. В
тишине отделений он скользит не спеша, где за каждой за дверью в мясе бьется душа, изнывая от боли, что не в силах терпеть, призывая безмолвно милосердную смерть. Но у смерти порядком в этом мире забот, и она к бедолагам верных ангелов шлет. Служат ей беззаветно стетоскоп да игла, и почти незаметно под халатом крыла. Вот парнишка-десантник на втором этаже, в кому пулей отправлен и не выйдет уже. Бледный и обреченный он на койке распят. Ни дыхания, ни стонов, лишь пищит аппарат. Ангел смерти неслышно в темноте прошуршал, поклонился парнишке и на кнопку нажал. Отключилось питание и промолвил медбрат: «Спи спокойно, солдатик, я разрушил твой ад». А в соседней палате ветеран-инвалид на казенной кровати неподвижно лежит. Деда после инсульта паралич доконал. Для родных он обуза, им квартира нужна. Доброй смерти послушно исполняя приказ, опустилась подушка на лицо старика. Слышен голос медбрата: «Ты свободен, отец, полужизни проклятой и мучением конец». А в конце коридора женщина средних лет под болезненным напором превратилась в скелет. Воет от боли рак. Ее господин не спасают уколы, промедол и морфин. Ангел знает спасение. Шприц набрал ксилозин и иглу без сомнений ей в предплечье вонзил, сон даруя желанной. Отдыхайте, мадам. Мир загробный чарует, может, встретимся там. Он спустился на вахту и сидел до утра. В семь меняет медбрата разбитная сестра. Что, братишка, с тобою? Ты чего-то паник? Ночью умерли трое безнадежных больных. Ай, все там будем, не охай! Слушай, мы-то вчера грянул звонким потоком развеселый рассказ о забавах простейших, о подружках своих. Но медбрат, побелевший от чего-то, застыл. Не вступая в забавный разговор ни о чем, он уставился странно за девичье плечо, словно что-то заметил. Ну а после вздохнул, повернулся на месте и не кстати кивнул. Дома, лежа в постели, ангел сжался в комок. Время быстро летело, и заснуть он не смог. Бесконечные будни с вечера до утра. 6 часов пополудни, на работу пора. Он вернулся на службу, но сестру не застал. Улыбнулся натужно, взял рабочий журнал, что по смене на вахте ему передают. Никаких происшествий, тишина и уют. Ну что ж, ошибся, возможно, лик его просветлел. Но раздался тревожный звук знакомых сирен. Дверь раскрыл нараспашку санитар пожилой и завозит каталку он в приемный покой. Что стряслось? Ангел спросит, так ответа боясь. Пробка на перекрестке, как всегда, собралась. Вот навстречку и вылез, чтобы объехать затор, на спортивной машине оборзевший мажор. Постоять-то немножко для таких западло, пятерых смел в лепешку, в том числе и ее. Долихачился гнида, додавился педаль, сам сгорел,
Ну и хрен с ним. А вот девочку жаль. Поврежден позвоночник, мозг, как видно, задет. Переломано больше половины костей. Вот судьба! Мы же только с ней болтали с утра. Ладно, справишься сам-то. Нам на вызов пора. Взял медбрат виновато руку в гипсе в свою. Поезжайте, ребята, я за ней присмотрю. Знал же, видел опасность, не сберег, не сказал. Этой мыслью терзаясь, шприц из шкафа достал. После вышел на крышу. Собиралась гроза мрачной бездни раскисшей, что есть сил, проорал пухлым глянцевым тучам, что чернее чернил. Эй, хозяйка, послушай, я довольно служил. Что за прок в твоем даре, самобытном пути, если видишь и знаешь, но не можешь спасти? Больше мук и конвульсий видеть я не могу. От конька оттолкнулся и крылами взмахнул. Результаты полетов знал медбрат наизусть, но не проклятый город он увидел внизу. Видит он беззаботный, чистый, славный мирок для счастливцев, кому он сладить с болью помог. Вот былой паралитик, сильный, крепкий старик, окуней серебристых с позаранку удит. А чуть дальше на поле женщина средних лет без намеков на боли собирает букет. Вот солдат с медсестрою, приобнявшись, идут, упоясь чередою бесконечных минут. И еще очень много в этом мире живет тех, которых за годы он из памяти стер. Смерть ему показала царство радостных лиц, позабывших навеки о кошмаре больниц. Над воскресшим Эдемом темный ангел летит. Скоро снова на смену. Нет иного пути. Спасибо. Антивоенная вещь, получившая... Написана она была 2 года назад, сейчас получила вторую актуальность, по всей вероятности. Вчера, сегодня и всегда, в эпоху смрадного застоя, разрухи, нищеты, стыда, страна нуждается в героях. Вот подковал левша блоху, Данила мастер высек чашу, их имена не на слуху, в ходу другие персонажи. Теперь в фаворе богатырь, конь вороной, копье и латы, мечи блестящие остры, и свист стрелы, и звон булатный. Герой обязан воевать на дальних чуждых континентах, где делят деньги, нефть и власть,
вожди, эмиры, президенты. Монарх командует: вперед! В атаку на свою погибель! И падает на пулемет несостоявшийся Кулибин. Монарх визжит: кругом враги! Айда на мины, дорогие! И остается без ноги потенциальный олимпиец. И подвиг свой осуществив, герою нужно, безусловно, не жить в достатке и любви, а быстро и красиво сдохнуть. И дети впитывают яд, что агрессивно льется в уши, не в силах глупые понять, создать труднее, чем разрушить. Многоэтажный дом взорвать один кретин вполне способен, а вот собрать его назад рабочих требуется сотня. Легко детей войной увлечь, но об одном я точно знаю: однажды взявший в руки меч, на серп его не променяет. Тот, кто при помощи АК копейку выручил когда-то, не станет более пахать, он так и сгинет с автоматом. Зол неотесан и дрочлив, он в этом корень всех трагедий. Свои богатства не взрастив, за ними двинется к соседям. И вот тогда, земля, держись, плевать на силу и сноровку. Сражение выйдет не на жизнь, и в ход пойдут боеголовки. Позвольте ж, граждане, узнать, что за нужда в таком исходе. Чтоб всей округе доказать могучесть своего народа. Пора признать, спаситель наш не тот, кто с шашкой машет ловко, а физик, химик или врач, что никогда не брал винтовку. Не тот громила без мозгов, что грозно напрягает бицепс, а академик Королёв, Ландау, Юдин и Капица. К образованию подход необходим в стране серьезной. Нет, проще порождать лазо и жечь в утробе паровозов. Чтоб жить и снова процветать, есть смысл сменить приоритеты, начать казармы разбирать и строить университеты. Спасибо. Спокойной вещью относительно всех вас с прошедшими праздниками. Недавно видел эксклюзив, как Визентали активисты, подняв какой-то там архив, раскрыли старого нациста. Виновен в тысяче смертей, но вот пришла пора расплаты. Под трибунал попал злодей, надежно фактами прижатый. Людей жестоко он пытал в глухих гестапо-кабинетах. Потом концлагерь охранял, вот фотоснимки, документы. Теперь нациста-палача открытым слушанием судили. От справедливого меча он больше прятаться не в силах. Гремели возгласы: «Позор!» Висело в воздухе презрение. И хмурил брови прокурор, зачитывая обвинение.
И в черной мантии судья черкал в тетрадь себе пометки. Но, бросив в зал суровый взгляд, заметил вдруг пустую клетку. Где под Димой привести? С чудовища сорвем мы маску. И в зал суда под вой и свист везли нациста на коляске. Свирепый Гитлера вассал нелепой выглядел игрушкой. Лишенный чувств, едва сосал он кислородную подушку. А зал бурлил, негодовал, гудел, жужжал, как рой пчелиный. И с ног сбивал проклятий шквал, и гнев катился, как лавина. К досаде грозного судьи, прервав толпу на полуслове, поднялся доктор со скамьи и тихим голосом промолвил. Ему осталось жить 3 дня. Не слышит он, не понимает. И покоробила меня Фемида в праведном блистанье. Нет, я не спорю, негодяй, в нем капли нет от человека, но правдолюбцы, тук-тук, вы куда 3/4 смотрели века? Что, распознать за столько лет вы не могли чумного зверя? Найти его кровавый след? Я в это сроду не поверю. Вы не желали правды знать и пенсию ему платили. Вам было, в общем-то, начхать. Че ж теперь спохватились? Таких, как он, прощать нельзя. Ославьте, плюйте, заклеймите. Но вот этот вот-вот суд-то кому сдался? Не суд, а фарс. Вы уж простите. Мой ограничен кругозор, кого мое волнует мнение. Судья выносит приговор, пожизненное заключение. Чудные дела. Пойди, пойми, слепой богини, черный юмор. 3 дня за 1000 убийств. Гуманней, что еще придумать? Алина Юдаева, Александр Дороньев и ваш покорный слуга Павел Караченко. Константин, поздравляем!